Меня зовут Куликов Мирфан Егорович. Я работал на заводе, Воронежском механическом заводе фрезеровщиком 55 лет. Вот. В заводе меня уважали. Все время на доске почета был. Награжден, значит, знаком победитель соцсоревнования ударных пятилетки. Сергей Викторович, большое спасибо. Я тронут вашей заботой обо мне. Мне тяжело было со средствами устроить отцу могилу. Но я обратился к Володину, а Володин уже переслал к вам. Теперь я знаю, что я спокоен, что у отца могила благоустроена, находится в хорошем состоянии. Спасибо вам за большое за это. Еще вам спасибо большое, что мы получаем каждому празднику победы, получаем пайки. Я как несовершеннолетний узник фашизма. Нас немцы эвакуировали из села. Вот. Тяжело было очень, ну, все трудности прошли. Желаю вам всего хорошего, чтобы было у вас все хорошо и здоровья вам крепкого.